никого, ни души. Наверное, Санька, рыба не ловится. Вон она плавится. Ну, не плавится. Видишь? А может быть, нет, и ловится. Видно прямо. Берем табуреточку, ведро свежих выкопанных червей. Надо штаны заправить в носки, чтобы клещи не забрались. Что-то я надел кроссовки, забыл сапоги взять. У меня где-то рифтомит есть, антиклещ. Сейчас побрызгаем сразу. А то клещ буянит, весна. Прививку еще не успел сделать. Открываем багажник. Берем удочки, донки. Так, и в принципе, нам только надо будет нужны тычки. Так называемые колышки. В народе. Ну, один сломался с весны. И раз, два и две тычки. Так, ну и сразу, наверное, возьмем две удочки. Одну 4-метровую, а другая у меня будет 5-метровая. Удочки маховые. Смотри, играет. Рыбка есть. Поставим раз. И вот эту вот сюда примерно. Два. Удочка 4-метровая. Леска 0,30 миллиметров. Ничего у тебя, дрын. Сколько, метров 6? 5? Что-то кажется, как 6 метров. Это кажется. Ты червей накопал? Ровно 10. Ну, у меня тоже так где-то. И раз. Колено, два колена. Три колена, 4. Так, для начала нам надо будет установить удочку и измерить глубину. О, здесь глубоко, слушай, Санька. Здесь вообще глубоко. Поплавочек подымем кверху. Здесь как раз обрыв. У нас и рыбка постоянно ходит вдоль этого обрыва. Вот так вот. Одеваем червей. Черви у меня не красные, а садово-огородные. Свежих сегодня накопал, наверное, штук с десяток. Хотел красных накопать. Но красных еще нету. Ну, какие-то уже полудохлые, наверное, от жары. Ну, ничего страшного. Посмотрим, какая у нас будет клевать рыбка. Давно не ездили на рыбалку. Прям очень давно. Можно сказать, открытие сезона на маховую удочку. Говорят, чебак пошел. И сейчас мы это проверим. Черви вялые, но вкусные. Всем здравствуйте, дорогие мои друзья. Это у нас открытие сезона на маховую поплавочную удочку. Приехал я на рыбалку с Александром. Воспользуйся случаем, передай привет. Всем привет. Выезжали мы с Саньком на открытие сезона. Это было у нас суббота, 29 апреля сего года. Сегодня у нас 10 мая сего года. Выезжали мы с ним 29 апреля, как уже сказал, открыть сезон. Но открытие сезона у нас не получилось. Выехали, было очень холодно.
Было плюс 6 градусов, поклевки были, но ни одной рыбки я не поймал. Санька одного чебачка поймал и один ушел. Просидели мы на рыбалке около 4 часов. По берегам еще лежал у нас снег. Но на сегодняшний день у нас температура 15,9, выше нуля. Так что тепло, хорошо. Но не сказать, чтобы было жарко. Самая хорошая погода для рыбалки. Так что время терять не будем. Будем пробовать ловить. Как обычно, что у нас будет ловиться, то и будем ловить. Говорят, все-таки плотва пошла. Одну удочку я уже настроил, 4-метровую, поплавочку. Ловись, рыбка большая и очень большая. Все, готово. Ждем поклевки. А пока будем поклевку ждать, мы установим, насадим червей на 5-метровую маховую удочку. Что-то, Саня, поклевок нету. Я думал, все-таки как забросим, и будет у нас с тобой поклевка за поклевкой. Еще не время. Не пробил час. Ничего ты. Ты на спиннинг? Я что-то захотел порыбачить на удочке. На спиннинг мы успеем порыбачить. Комар летает, мошка покусывает. Надо будет покомариться нам. Раз червячок. И также попутно наблюдаем за поплавком. Ну, кто первый поймает из нас рыбу? Саня, делаем ставки. Саня поймает, кто еще? Ну, давай. Вот она, первая поклевочка и первая рыбка. О, как гнет. Под язычек. Друзья мои. Вообще шикардосик. Шикардос, как ее называют. Говорящая рыба. О, как заглотил. Повелся на червяка. Вот такой вот под язычек попался. Замечательный. Берем. Ну что, Саня, друг мой, с открытием. Так, ну и ведерко покладем. Зачет. Боец настоящий. Я тоже думаю, что карась. Но оказался под язык. Удочка удачная. Ну, ловись. Не последний. Рыба есть в этой речке. Видел, как удочка в дугу. Ну, я думал, карась. Выдержала. Ну, я как бы и карася на нее ловил. В прошлом году. Что он творит? Ну-ка, успокойся. Не ругайся там. Вторая поклевочка. Ух ты! Сошел, сошел, друзья мои. Ладно. Пусть стоит. Ждем. Есть! Оба-на! Еще один. И сошел. Под язык хороший был. Рыбаки носятся. Анатолий. С рыбалки уже домой поехал. Пойдем посмотрим на дядю. Здорово, друг! Блогерам привет! Привет блогерам! Здорово! Здорово! Здорово!
все рассказывайте. Одного подъязка и штук 5 чебаков Саня поймал. Не хочет. Верхом и ходит. Чебака много? Карася. Карася? Одного сазана прибланил, блядь. Заебатого. Видишь, Саня, что творит. Я первый раз на рыбалку выехал. Да поел, я бы, может, все посидел. Там, блядь, жена где-то мясо замариновала. Думаю, поеду. Мясо это хорошо. Самая лучшая рыба это замаринованное мясо. Да. Сейчас попробуем без грузила. Как это делает Саня. Сашка чебака полавливает. Может быть и у нас проклюнет. Ох, таскает-то как, а? На плавающий поплавок. Санька-то что творит-то, а? Ты под самые крючки поднял, да? Ага, сейчас я так же сделаю. Ловится в верхних слоях воды. Ну, пойдет. Ну что, пробуем. Без грузила порыбачить. И у меня поклевка есть. Отлично, хороший чебак. Стой. Иди к подъязочку. А я сейчас смотри, как буду, Сань, ловить. Прям с высокого берега. Смотри, ага, да. Есть, вот он, еще один. И правда плотва пошла. Вообще зачет. Снизу вообще не хотит брать. Удочка прикольная, чувствительная. Тест маленький. 5-15 грамм. А, 5,45. О, да. Прям под поплавком. У меня, да? Ну. Вот она, еще одна. Эх. Ну, не наша, плыви. Вот она в одном месте, вот в этой ямочке. Прикинь, если на паук подъемник, а? Тут что будет? Смотри, а снова поклевка. О. Все, поел, поел, поел. Есть. Косячок подошел. Не, ну здесь ямка-то 100%. На засолочку с десяток поймаем. Есть. Большой, да, какой? Смотри. Хорош. Был. Был. Может, вот здесь. Подъязок, подъязок. Эх. Снова поклевочка.
Повел. О! Стой. Плотвичка. Ты зачем так дергаешь быстро? Ничего себе, видел? Жадно как. У меня и на ту клюет удочку. Ну здесь, наверное, подъязочек 100%. Давай клюй. А может карасик? Давай. Облизывай червя. О, на это. Повел. Смотри, повел. Эх. Сидит, да? Да, давай. Подожди, сейчас. Смотри. Оба. Стой. Вон, сразу смотри. Ну, здесь лучше. На нижний крючок в основном. Сейчас мы свежего червячка дохлого оденем. Сдохли все черви. Что ты будешь делать? Ну. А, съела все он. Опарика? Угу. Опарика ловится? Ну вот я только на него. Да у меня просто червей мало. Ну вон, возьми червей у меня. Да, а по, все равно его надо это использовать, а то он уже сколько. Хорошая. О. Хорош. Батон. Сразу в ведро.
Ух ты! Хороша, да? Угу. О, как потянул. Ух ты, две штуки было. Две штучки было. Одна сошла. Есть. Вот, пошел. Есть серебро. Вот это пожар, а? Все полыхает, все горит. О, весна ныне. Вообще он вдалеке. Какой столб дыма. С ночевой бы сюда, да? Сейчас холодно, все равно. Ну, в палатке, печка, палаточка. Я думаю, прикольно будет. Свежий чебачок, жареный на природе. Смотри, замечательные поклевочки. Ну, давай, 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 давай. Есть. Смотри, какая красоточка. Что, есть? Вот мне кажется, здесь вот как заводь, да, какая-то ямка. Ну, давай. Поплавок как танцует. Как на зимнюю удочку, Санька. Если мы бы раньше бы так бы попробовали, либо ты бы сразу бы попробовал, мы бы уже бы столько бы ее натаскали, а? С ведерка точно. А то сидели на обычной донке поплавочки рыбачили. Вот она снова поклевка. Ну. Повел. Стой. Вот это он потащил. Плотвец. Сейчас мы свежего червячка-то
оденем. Всего червяка обгрызли. И продолжим дальше рыбачить. О, как потащил поплавок. Есть. Серебрушечка, да, вообще прям зачетная. С икорочкой. Попалась плотвичка. А вот такую поклевку можно и заснять. О, клюй. Давай, клюй. Потащил, потащил. Есть. Он выбился из сил. Так, я, наверное, ведро вот сюда перенесу. А то мне как-то... О. Ну, я говорю, дальше отошел. Я тоже заметил. Вот она, поклевочка. Есть. Шершавый чебак. Прикольно, мне понравилось, честно. Непринужденная такая рыбалочка, кайфовая. Если бы не ты, Сань, попробовал бы, безгрузил, так бы и просидели бы. Ну, сколько он поклевок было? Ну, поклевки 4, наверное, было на доночку с грузилом. А тут, видишь, получается, он ходит в верхних слоях воды и поклевывает. И неплохо. Он уже сколько намолотили. Уже подсолить можно будет. Вот она. Есть. Не больше. Выехали на вечерок повечереть. И, в принципе, неплохо-то у нас и получилось. Вечерочка. Плотва пошла. Приделала ноги и пошла. Давно я мечтал на удочку, поплавочку маховую порыбачить. Ждал всю зиму. Такая же фигня. О, закрутило. Пошел, пошел, плотва пошел. И есть плотва. Возьми червяка, попробуй. Че, может, ночевой? Зимой ночевали. А, друг? Тут до дому 1 километр ехать. Вот там что-то плюсканулось. О, смотри, вообще пошел, пошел. Ты смотри, на каждом забросе. О, жирненький плотва. Очередная поклевочка. Снова плотичка. Так можно бесконечно ловить. Уже на голые крючки он. Червяка почти нету. И комара тоже нету.
играем, да, как? Вот она, еще одна. Ради эксперимента. Я вообще, знаешь, что хотел? На искусственный мотор. На искусственный можно попробовать. Забыл. Тоже. А все, он голые крючки. Попробуй тоже. На мотор зимой, который ловим. Прикольно, на целый день бы приехать бы вот так вот, да? Порыбалить, плотва пожарить, рыб поесть, да, отдохнуть. Дома все равно не то, да, жареный рыб. Конечно. Ну как уха, та же самая. Вот она, красавчик. На, жука. Колорадского. Угу, вижу. Не наш был пассажир. А это наш. Ну что творит? Это даже может быть хищник. Ну щука, да, гоняет? Судак, наверное. Щука прошла. Ну обычно, когда вот так вот к вечеру уже ближе, да, судак выходит на охоту. Вот они, друзья мои, бонус. Крайние два штучки. Все. На этом мы рыбалку свою завершаем. Жадничать не будем. На засолочку неплохо наловили, что я, что Санька. Вот такой вот бонус. Два штучки попалось у нас сразу. Вообще не рыбалка, а сказка. Плотва пошла. Он и у Саньки тоже клюет. Ну а на этом наша рыбалка с Саньком завершается. На рыбалке мы пробыли, наверное, около 2 часов, не больше. Выезжали открыть сезон на такую вечерочку. Ну и в принципе у нас вечерочка и открытие сезона на удочку, поплавочку у нас свершилось. Так что вот такая рыбалочка, как вы сами видели. Саня решил попробовать порыбачить без грузила. Провел такой эксперимент. Ну и, как говорится, наловили мы себе плотвы. Также у меня стояла удочка Донка. Было на нее всего-навсего 4 поклевки. Поймал я одного подъязка. Один подъязок сошел. Третьего я не смог подсечь. Ну и потом была четвертая поклевка. Четвертая поклевка была безрезультатная. В дальнейшем я взял свою маховую 5-метровую удочку с тестом 5,45 грамм. Так же, как Александр убрал грузило с удочки, опустил поплавок до крючков, около 40 сантиметров не доходя крючков. Небольшой улов. На засолочку, в принципе, будет достаточно. Считать мы не будем. Поймал я примерно около 100 штук. Саня у нас тоже наловил
Я меньше. Нет, и побольше. Нет. Больше. Я сегодня поймал. Через раз. Но все равно что. На жука пока. Ну, на колорадского жука тоже, кстати, клюет. Ну, нормально, пойдет. В принципе, тоже так же, но не прибедняйся. Нормально, поймал. Рыбаки едут в ночную смену у нас порыбачить. А может, кто-то с ночевой расслабится. Вообще, как сазан пошел посередке. Ну, рыба муляет, играется. Это, скорее всего, к перемене погоды. Это 100%. У Санька на спине сколько? Три поклевки, да, тоже где-то было? Ну, ни одного он не вытащил. Рыбин. А вот так уж что на маховой удочке мы с ним порыбачили. Ну, на этом всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте грозные лайки. Ну, конечно, поздравьте нас с открытием сезона на удочку, поплавочку. Это только начало. Да, это только начало. Мы еще как-нибудь на сазанчика съездим порыбачить. Если он, конечно, будет ловиться. Ладно, ребята, всем пока. Чуть не забыл. Ну и, конечно, друзья мои, по трофею. На сегодняшний день трофей у нас под язык попался. Вам не показал. Кто не видел, может быть, подвязочка у меня. Да столько же, Санька, поймал я. Ну-ка, ставь ведро рядом. Не, меньше. Ну, чуть поменьше. Где он у нас? Вот он. Вот такой вот подвязок. Здоровый. Попался. Почти с кроссовок. Тоже мы его засолим. Вот такие дела. Ладно, собираемся, едем домой. Уже темняет. Еще ехать нам.